Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, волонтерские центры «Единой России» продолжают работать в повседневном режиме. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев, открывая второй социальный онлайн-форум «Единой России». Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что основными направлениями добровольческой деятельности по-прежнему остаются автоволонтерство и доставка горячего питания медикам. В первый месяц нового года бригада волонтеров по всей стране сделали уже почти 50 тысяч выездов. Кроме того, добровольцы передали медикам в красных зонах более 2 миллионов горячих обедов. Все это мы будем продолжать делать. Сегодня принято это решение. И самое главное, что у нас сформировалась команда желающих это делать на постоянной основе, несмотря на то, что люди еще имеют постоянное место работы и находят время, свободное от работы, помочь тем, кто нуждается в волонтерской помощи. Участники второго социального форума, которые представляли волонтерские объединения со всех уголков страны, внесли ряд предложений. Так, были озвучены инициативы лицензировать работу частных домов престарелых и внедрить трекеры, которые позволят отслеживать состояние здоровья пожилых граждан. Предложения второго социального форума «Единой России» поддержали и активисты Одинцовского отделения партии. Очень важно, что на втором социальном форуме, который прошел совсем не так давно, волонтерами были озвучены предложения, которые касаются нашей социальной сферы. Практически это все вопросы. И вот один из вопросов, который был озвучен на форуме, это поддержка старшего поколения. Тем более у партии «Единой России» есть такой партийный проект «Старшее поколение». В чем он заключается? Это в том, чтобы наши пожилые граждане, да, Российской Федерации имели возможность при наличии определенных заболеваний сердечных носить при себе кардиомониторы, которые позволяли бы мониторить физическое состояние наших дедушек, наших уже бабушек. Исполнительный секретарь добавила, что в Одинцовском округе также продолжает оказывать помощь жителям волонтерский центр «Единой России». Волонтеры оказывают адресную помощь в соответствии с поступающими заявками и контролируют соблюдение масочного режима вместе с сотрудниками территориальных управлений. Например, в Кубинке волонтеры ежемесячно передают нуждающимся около 50 продуктовых наборов. В работе центра участвуют депутаты-единороссы, молодогвардейцы, неравнодушные жители муниципалитета – и представители общественных организаций. За время пандемии мы раздали, сделали очень большую помощь. У нас не только семьи с детьми, у нас есть и участники войны, бабушки, дедушки. Вот, мы еще обслуживаем, или у нас, как сказать, на нашем попечении еще 6 старичков, которым мы ездим, всю пандемию мы им помогали. Еще одна инициатива, которую одобрил Дмитрий Медведев, касалась поддержки детей-инвалидов. Участники социального форума «Единой России» предложили включить их в список тех, кто имеет право на обслуживание вне очереди в социальных учреждениях. Стоять в очереди с ребенком-инвалидом очень трудно, потому что заболевания различные. Есть он физически здоровый, но психически ребенок, он не может выдержать никакой очереди, ничего. И поэтому мама выматывается очень сильно с ними. Вот, и я была в МФЦ однажды и еще не знала про очередь, что у них тоже существует очередь с инвалидами. Я прождала в очереди 40 минут. За 2 минуты мне сделали документы, и поэтому поддерживаю. В Одинцовском округе с октября 2020 года продолжает работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи населению в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Связаться с ним можно в будни с 9 до 18 часов.